Сегодня вам будут вручены заслуженные государственные награды, ордена, медали, звания. Вы шли к ним, как часто бывает в жизни, через взлеты и падения, через трудности и преграды, но всегда шли честно и достойно. У каждого за плечами своя жизненная история и свой путь. Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси, славную летость которой мы с вами продолжаем. В моих глазах каждая история заслуживает отдельного рассказа, отдельных слов благодарности, но не все, к сожалению, можно озвучить. Но если позволите, я уделю внимание одному, присутствующему здесь совсем юному гражданину Беларуси. Человеку с огромным сердцем. Сегодня мы вручаем медаль за спасенную жизнь Богдану Шелегу, учащемуся 8 класса Макранской средней школы. Это он вынес из огня двух наших сестричек. Совсем тогда, наверное, не думая о себе. Это будущее. Такие герои должны быть в Беларуси. Узнагородить медалем за выратованное житё Шелега Богдана Анатольевича, вучня Макранской средней школы Маларыцкого района.